Девчонки, я честно не хотела краситься, ну вот честно. Но тут мы случайно зашли в Магнит Косметик. Сейчас покажу. Смотрите, какой крутой цвет. Это Шварцкоп Got to Be. Она стоит, по-моему, рублей 450. Металлик. Девчонки, это пепельный лиловый. Это вот мой любимый цвет. Прям вот я не могу. Я как увидела эту краску, я не хотела краситься. Я мимо красок прошла. Вот ей-богу. Но когда увидела эту краску, все, капец. Ну, конечно, мне перед покраской нужно осветлиться. Поэтому взяла свой любимый осветлитель Сьос. Те девочки, которые у меня спрашивали, когда я была в белом цвете, да, в светлом, вот этот вот менее повреждающий и максимальное количество цветов снимает за один раз, до 9 тонов. И после него волосы не отвалятся, девчонки, однозначно, я им несколько раз уже пользовалась, до 70%, видите, меньше ломкости волос. Это действительно такой, я не знаю, за счет чего бережный осветлитель, который снимает за один раз несколько тонов. Еще взяли вот такую вот бомбочку для ванны, ребенок себе выбрал. Пончик прикольный. Запах какой-то такой ягодный, вкусненький очень. Вот, так что, девчонки, сейчас мы будем с вами краситься. Девчонки, здесь, кстати, другое наполнение. У Сьос теперь смотрю. Здесь у нас сам тюбик с краской. Вот он был. Потом окислитель. Еще блонд-активатор в порошке. Потом после окраски у нас идет платиновая маска для волос. И после платиновой маски еще будем наносить кондиционер. Прям бережный уход. Вот бутылочка, кстати, очень удобная. Сейчас буду наносить всю эту смесь на волосы. Девчонки, нанесла смесь на волосы. На кончики еще пока не наносила. Потому что они у меня и так светлее. И сейчас минут через 20 только нанесу на кончики. Девчонки, мне идет ирокез. Мне кажется, круто. Девчонки, я уже какая-то светло-рыжая. Прошло, наверное, 30 минут. Сейчас еще 10 минут держу и смываю. Все, я думаю, хватит. Девчонки, вот такого цвета я получилась. Кончики все равно получились светлее. Надо было их прям, конечно, в самом конце. Ну ладно, сейчас я дам им высохнуть естественным образом. И будем наносить с вами краску. Там, кстати, вот эта вот маска жемчужная, она сине-сиреневого такого цвета. Я не стала ее применять, потому что зачем она мне сейчас, все равно будем краску с вами наносить. Вот, поэтому пускай сейчас подсохнут немножечко и будем мазаться. Девчонки, нанесла краску на волосы, и там, знаете, такой розовый пигмент. Она сама такая розовая. Я надеюсь, что все-таки пепел сейчас начнет преобладать и получится действительно то, что нарисован на коробке. Ну, подожду минут 40 и посмотрим. Красочка такая жиденькая, и за счет этого получается, ну, у нее маленький расход. То есть мне хватило с лихвой одной упаковки, я ей прям в конце залилась капитально. Надеюсь, что из-за того, что она жидкая, это не будет значить то, что пигмент у нее не стойкий. Ну, в общем, девчонки, ждем. Девчонки, слушайте, ну цвет крутой. Даже камера вам рожит, но я думала, он будет темнее, если честно. Это на самом деле такой холодный оттеночек, пепел. Как бы вам показать, ну вот, да, более-менее цвет передается. Но я ожидала темнее. Но корни у меня немножко потемнее. Как бы круто смотрится. Я сейчас посушу. И перед этим обязательно помажу волосики новиночкой от Yves Rocher. Сейчас покажу. Девчонки, вот этот крем для волос новый, да, сейчас он по акции был вместе с гелем для душа. В заказе Yves Rocher я вам его показывала. Он мега крутой, вообще просто мега крутой. Девчонки, я как-то плотным слоем достаточно нанесла его на ночь. С утра проснулась, было небольшое, конечно, утяжеление волос. Ну как, для кого-то это может быть утяжеление, для меня, например, потому что я люблю, когда волосы у меня объемные, да, люблю начесы, люблю, когда они объемно лежат, а кому-то, может быть, этот эффект и понравится, это не будет совсем утяжелением. В общем, я так проходила целый день, на следующий день я помыла голову, и у меня этот эффект сохранился даже после помывки головы. Такое ощущение, что мне новые волосы приделали, вот ей-богу. Поэтому я, в принципе, и краситься-то не боялась, когда вот такое вот средство как бы есть. Действительно вообще классное. Восстанавливает волосы. Да, абсолютно, да. Вообще советую, прямо советую девчонки попробовать взять однозначно. И пока он сейчас идет по акции, мне кажется, она когда кончится, он будет 1000 с чем-то, наверное, стоить. Я прям рекомендую. Я не пробовала другие крема для волос от Yves Rocher, но этот меня покорил. Я просто на кончике один раз на сухие нанесла, второй раз вот на ночь, и сейчас впервые перед укладкой попробую нанести на кончики влажные и посмотрю, что из этого получится. А так вообще вещь, конечно, бомбезная. Ну что, девчонки, из разряда ожидания реальность, у меня тут ребенок уже покромсал коробку,
похож. Я не знаю, то ли сыграло то, что он цвета такой, в принципе, красивый. Но я не хотела опять такой жесткий блонд, я хочу темнее. Я либо второй раз буду брать эту краску, я не могу понять, то ли из-за того, что я осветлялась и сразу красилась такой результат, то ли из-за того, что база должна быть темнее. Не знаю, в общем, я пока хожу так. Камера вам, кстати, немножко рыжит. На самом деле он более пепельный, красивый цвет. И камера моя почему-то всегда рыжит, и губы мои делают ярче, волосы ярче. Хочет она меня все время приукрасить. Вот. Потом либо второй раз возьму опять такую красочку. Я хочу быть вот такой. Я не хочу быть такой светлой. Либо протонируюсь чем-нибудь. Вот так, девчонки. Ну вот, вот так более-менее верно передает цвет. Цвет, в принципе, красивый. Я такой уже носила много раз. Но я хотела, вот как на коробочке, очень мне хочется. Понравился прям цвет. Эх. Девчонки, день второй. Цвет у меня получился красивый, но я не хочу быть такой светлой. Сейчас расскажу вам хитрую схему, замут такой моей парикмахерши-соседки. В общем, я буду сейчас тонироваться краской. Нам нужна краска 2.0. Единственную 2.0, которую я нашла в магазине, это Garnier. Вот. И сейчас мы будем с вами тонироваться. Давайте передислоцируемся в ванну и все расскажу поподробнее. Ну что, девчонки, я делаю так первый раз, но моя соседка делает так постоянно. Сейчас будем с вами готовить шайтан-смесь. Нам понадобится мисочка. Кстати, да, это делается после помывки головы или сразу же после покраски. Вот, так как я красила вчера и сейчас голову помыла. Нам с вами нужно, такой маленький тюбик краски, взять краску 2.0 для очень холодного цвета, вот как я люблю прям, и 3.0 для холодного подтона, блондинистого такого, но легенького. Я, конечно же, взяла 2.0 и сантиметр краски, она мне сказала сантиметр, выдавливаем в мисочку. Что она тут, закрытая, что ли? Не выдавливается, девчонки. И, ее надо как-то крышкой, что ли, продавить. 100 лет Garnier не красилась. Да, все, продавилось. В общем, сантиметр краски. Опа. Дальше добавляем немножко шампуня. Я возьму и Фраше. Люблю. Так. Ну, что ты? Так, вот немножко шампуня. Ну, не немножко, наверное, вот так. Водички, она сказала, надо добавить немного. Я прям не знаю, сколько, девчонки. Я на глаз так ладошкой добавила. Чем я это все дело буду мешать? И перемешиваем. А потом, перед самым нанесением на волосы, мы добавляем капельку, несколько капелек окислителя. Не очень хорошо, конечно, размешивается краска в шампуне с водой. Надо было, наверное, сначала размешать краску с шампунем, а потом добавлять воду. Ну, нет, размешалась, как бы, и пока никакого оттенка нет. Так, теперь снимаю полотенце. Сейчас немножко прочешу свою шевелюру, чтобы наносилось удобнее. И над ванной, в принципе, вот это все дело наносим. И кто, девочки, совсем светлые, сразу смываем. Кто не совсем, как я, светлый, я сейчас буду смотреть по результату. Блин, у меня такая смесь жидкая получилась. Капец. Сейчас еще помешаю и добавлять буду окислитель непосредственно перед нанесением на волосы. Здесь главное не переборщить. Мы не так сказали. Ну, где наша не пропадала? Шайтан смесь. Ну, вообще. Шампунь пенится. Наносим на волосы, буду поливать и вспенивать волосики. Но она, в принципе, да, и должна быть такая жидкая, чтобы поливать, чтобы на все волосы хватило. Я даже сейчас, наверное, еще добавлю немножко шампуня и, может быть, воды. Чтобы уж, как говорится, делать так делать. Тут все вспенивается у меня. Короче, девчонки, я надеваю перчатки от греха подальше. Так, и теперь самый ответственный момент. Окислитель. Тут, наверное, в 2.0. Какой окислитель, как думаете, девчонки? Ну, я надеюсь, что тройка. Молочко-проявитель даже. Ну, вообще, с ума сойти. Бальзам нам пока не нужен. Молочко-проявитель. Так, его сейчас совсем чуточки тоже. Чуточки, сказала Света. Куда ж ты так ливанул-то, блин? Ну ладно, мне кажется, немного получилось.
Так, перемешиваю, перемешиваю, перемешиваю. Смесь как была белой, так и остается, но пена. Так, перемешала. Все, девчонки, пока отключаюсь, поливаю на голову и вернусь. Девчонки, оно, знаете, вроде сереет, но мне мало. То есть вот те девочки, у которых светлый цвет волос, совсем блондинки, хотят оттонироваться, им надо уже смываться. Вот так вот прям раз и смываться. А я, девчонки, что-то не пойму, что у меня на голове происходит, ей-богу. Сейчас пойду на дневной свет и буду ждать того результата, который мне нужен. Ну, вот я смотрю, тарелочка, она у меня уже там прям как-то посерела с остатками. Не пойму пока. Схема, девчонки, мутная, разработанная профессионалами, правда. О, что-то сереет. Пойду-ка я, девочки, на дневной свет, а то сейчас натворю делов, потом к вам вернусь. Что-то я очкую. Ну, девчонки, пена сиреневая. И волосы вроде сиреневеют. Ладно, 3 минуты и пошла смывать. Если что, лучше повторю. Господи, тут счет на секунды. Добежать бы смыть. Я уже что-то темная какая-то. Не знаю, что там у меня сразу полотенце накинуло. Но вы когда-нибудь могли подумать, что 2.0 дает такой сиреневый цвет, пепельный отлив на волосах? Я бы никогда в жизни. А вот Оль, моя парикмахер, знает, за что ей респект. Так, ну что, давайте посмотрим, что там. Ну что, девчонки, давайте при естественном освещении смотреть. Ой, ой. Блин, еще, конечно, плохо понятно. Но вроде это то, что было на коробке. Девчонки, где оно? Где эта, блин, коробка? Вот мне кажется, вот теперь это да. В общем, буду сушиться, вам покажу. Ура! Девчонки, вот это оно. Это оно, то, что я хотела. Посмотрите, какой крутой цвет. Опять вам камера немножко рыжит. Он совсем холодный-холодный. Если взять коробку. Сейчас я попробую вам другой стороной камеры снять. Где-нибудь поймать, чтобы было вот видно, что это за цвет. Так. На солнышке. Ну, на солнышке опять не то сейчас будет. Но очень крутой цвет. Вот. Тот, к которому я всю свою жизнь шла. И когда была блондинкой тоже, которая пыталась вот себе сделать. Короче говоря, девчонки, секрет крутой тонировки волос раскрыт. Раскрыт, и теперь будем все красотки. Вот, девчонки, смотрите, задней камерой снимаю вам цвет. Вот он передает, она, эта камера передает цвета как-то поестественнее. Так, в зеркало смотрюсь, видно вам? Да, видно. Вот такой вот оттеночек, очень крутой. Мне прям безумно понравился. Класс. Сейчас еще напитаю волосики немножко вот этим вот средством Эфраше. Девчонки, я в него влюбилась, оно меня покорило. Это действительно не такое вот восстановление до первой помывки волос, да, а действительно восстановление. Я вот так по рукам растираю и прям по кончикам прохожусь. Потому что, конечно, опять они у меня пострадали, мои дорогие. Но зато, мне кажется, впервые я получила то, что я хотела. На своих волосах. Я прям вот так вот втираю, не заходя на корни. И в сухие можно. И во влажные после помывки. Но во влажные я пробовала один раз, вот когда на ночь делала это восстановление. Они немножко такие жирноватые. Ну, не жирноватые, но утяжеляли все равно. Слегка. На утро вроде более-менее было, но как-то мне не очень понравилось. Вот так вот на сухие, по кончикам, а то отвалятся все нафиг, девчонки. После моих экспериментов. Вот. И вот теперь они так высохнут. Я сейчас расчесочкой еще мелкой пройдусь. И будет окей. Девчонки, вот как выглядят волосики после крема и фраше. Посмотрите на кончики. Ни одно средство мои волосы такими не делала. А если я сейчас вот помою голову и покажу вам, какие они на самом деле, это будет мочалка. Они и были у меня концы все сухие, пожженные, а после вчерашних экспериментов, сегодняшних еще хуже. Вот что с ними делает крем. Он закрывает абсолютно их полностью. Причем этот эффект продержится, девчонки, до следующей помывки головы, до второй получается. То есть на неделю. Вот одного такого нанесения мне хватает на неделю, чтобы они вот так вот выглядели и вот так вот лежали. Очень крутой крем, девчонки, я прям не знаю, наверное, пока акция, хоть еще заказывай. Доброе утро, мои красотки! Сегодня у нас с вами за тест средств и фраше. Девчонки, кстати, на Вайлдберрис купила вот такую повязочку за 100 с чем-то рублей.
Очень крутая. По сравнению даже с этой Oh My God, смотрите, вот здесь такие две резинки, она довольно слабенькая и даже не заминает волосы при использовании. Та вот мне прям туго, а вот эта вот очень свободная. 100 с чем-то рублей, девчонки, на Wildberries. Они вот такие вот с блестящим бантиком. Вообще понравились. И смотрится красиво, и волосы не заминают, что, в принципе, очень важно на самом деле. Вот, девчонки. Так, одеваем повязочку. От нее, правда, вот что-то отлетает. Но так в целом они вообще классные. Мне прям понравились. Свободненькие. И красивые. Там надо на размер смотреть, но на тот момент, когда я заказывала, там был только один размер, 56-58. Вот как раз вот она для моей большой головы, прям вообще самое оно. Очень классная повязка. Смотрите, какая прелесть. Оп. Все. Так, с чего мы начинаем свой утренний уход? Конечно же, со скраба. Есть продукты, которые я еще уже пользуюсь ими продолжительное время, а есть продукты, которые мы с вами сегодня будем тестить впервые. Впервые будем тестить с вами скраб. Так, это что у нас, да, отшелушивающий, вот такой вот оранжевенький, вроде как с абрикосовыми косточками. И впервые будем тестить с вами маску «Сияние кожи с облепихой». Эти средства от Ифраше мне достались в подарок. Так, с чего начнем? Начнем давайте с вами с геля. Сначала умоемся перед скрабом. Вот эта вся линейка Seba Vegetal, девчонки, мне очень понравилась. Прям вот действительно очень. Правда, круто матирует, очень комфортные средства. Невероятно. Не скажу, что они прям вот супер-супер. И действительно, одно из этих средств стоит 1000 рублей. Нет, но на распродаже, да. А, крем. Ну, в общем, все по порядку. Давайте умываться гелем. Давайте сделаем это щеточкой, чтобы вам было видно. Вот такой прозрачный гель. Он достаточно плотный, похож на гель алоэ, девчонки. И пахнет вся эта линейка, если кто помнит, раньше был огуречный лосьон. Вот для меня запах это такой. Смываем остатки ночных масок, ночных кремов этим гелем, и дальше будем с вами скрабировать кожу. Он не то чтобы пенится, нет, он пенится, конечно, смотря как распенить, но очищает действительно очень здорово. И вся линейка, я ее могу смело порекомендовать для жирной комбинированной кожи, и даже для нормальной кожи на лето. Прям вот крутая на самом деле. Очистили наше личико, смываем гель. Почитала инструкцию, но здесь как бы ничего нового. Помассировать, смыть водой 1-2 раза в неделю. Хватает на 5 применений вот этой тубы. Мы уже с вами в обзоре заказа смотрели консистенцию. Он, кстати, какой-то сияющий. В нем есть перламутр. Видите? И вот эти вот абрикосовые косточки. Их достаточно много. Прям напоминает количество косточек и их текстура скраб от чистой линии. Ну и посмотрим сейчас, насколько он хорош, потому что, как бы, если это аналог чистой линии, зачем мы будем переплачивать, правильно, девчонки? Очень кремовая плотная текстура. Запах вообще не пойму. Мне запах напоминает немножко, девчонки, краску для волос. Запах аммиака. Я не могу понять, с чем это связано. Кремовая текстура, очень плотная, девчонки. Косточки вообще не травмируют из-за того, что вот эта консистенция такая густая, они практически не ощущаются. Я люблю поагрессивнее продукты. Конечно, есть такой скрабирующий эффект, но он очень мягкий и деликатный. То есть прям вот даже для чувствительной кожи подойдет. Еле-еле. Хотя их много, но они как бы вот в этом креме плотно застряли. И практически на коже не ощущаются. То есть я люблю проскрабироваться так, чтобы у меня потом лицо было красное. По массажным линиям проходимся. Смотрите, какая густая консистенция. Все вот так вот еле свернешь. Не, девчонки, я скажу вам честно, вот я люблю агрессивные продукты, поэтому я вот такой продукт за деньги брать не стала бы, даже за маленький. Лучше взяла ту же самую чистую линию или мицеллярный скраб от Avon или что-нибудь наподобие. У меня такое ощущение, что сейчас такая вот, знаете, плотная кремовая масса на лице, и даже чувствую парниковый эффект. Поэтому как-то, если честно, мне не очень нравится. Может быть, сейчас будет там вау-эффект какой-нибудь. Не знаю. Ну что, давайте смывать. Ну что, девчонки, эффект. Несмотря на то, что он такой плотной массой лежал на лице, лицо... После того, как его смыло, прям вот чистое, до скрипа. У меня аж пальцы на лице скрипели. Это, конечно, круто, на самом деле. Что хочу еще сказать. Сужены поры. Я в Т-зоне хорошо натерла, так что даже и краснота есть. И, девчонки, оно чистое. Оно немножко как бы выбеленное. Мне кажется, там есть, не знаю, что-то типа цинка в составе.
очень похож, что есть. Может быть, и есть. Вот. Поэтому эффект нет, понравился. Понравился, действительно понравился, но я все равно не возьму его за такие деньги, как бы сама. Пришлет компания в подарок, хорошо, а так нет. Я люблю, еще раз повторю, агрессивных. Вот он, кстати, на пальцах остался, да? Смывается плотно, потому что текстура такая прям густая. Классно, цвет лица стал светлее, поры сузились и до скрипа. Вот, девчонки, прям до скрипа. И в то же время увлажненный, то есть сухости я не чувствую. Мне кажется, вот этот скраб классно подойдет для возрастной кожи, для сухой кожи, да, подойдет. В принципе, для любой, да? Прикольно. Так, погнали дальше. Маска. Маска с облепихой «Сияние». «Сияние» у нас гелевая масочка, чуть-чуть такая белесая. Я продукты гелевые все наношу и на веки. Моя кожа так любит. Здесь уже запах крутой. Такой, знаете, какой-то сочно-ягодный. Есть немножечко отголосок облепихи. Сочно-ягодный, да, с небольшой кислинкой. Очень приятный запах. Сейчас посмотрим с вами, как масочка придаст нашей коже сияние. Я не очень люблю продукты, которые придают сияние, потому что у меня кожа и так сияет за счет своей жирности. Я надеюсь, это будет в хорошем смысле слова. Комфортное. На лице очень комфортное. Не создает отличия от скраба парникового никакого эффекта. Гелевая масочка с достаточно плотной такой текстурой. И вы знаете, вот эта вот гелевая текстура, она больше похожа на натуральную. Потому что у меня были натуральные гелевые маски, были гелевые маски ненатуральные. И вот ненатуральные это чисто гель-гель. А натуральная, вот она действительно такая. Она, знаете, как, не сказать, что зернистая. Но, в общем, эти структуры отличаются друг от друга. И у кого есть с чем сравнить, тот поймет, о чем я говорю. Так, ну все, везде нанесла. И будем с вами, девчонки, держать сколько? Оставить на 5 минут всего лишь? Затем ватным диском удалить остатки. Слушайте, ну будем делать, как написано. На 5 минут, так на 5 минут. Я хочу еще, девчонки, на губы нанести, раз так мало держим все равно. Губы тоже нуждаются в питании, да. Вот так. Ну все, через 5 минут, мои хорошие, вернусь. Смываем. Буду делать это спонжем, как написано. Легко смывается, девчонки. Это хорошо. Потому что некоторые гелевые маски, они смываются прям трудом. Есть и такие. Это легко. Вот так. Ну что, девчонки? Ну круто. Масочка хорошая. Лицо прям очень увлажненное. С учетом того, что она такая легкая, прям гладенькая, увлажненная, понравилась. Хорошая маска, правда. Очень. Цвет лица ровный, покраснение после скрабика прошли. Маска достойная, действительно. Прям вот увлажненная, упругая. Я вам уже много раз говорю, что вот эффект от гелевых масок, он такой, да, она упругая. Поэтому мне очень нравится. Классно. Увлажненная. Супер. Подойдет для любой кожи, девчонки, однозначно. Дальше мы с вами применим вот такой вот тоник. Как он правильно называется, девчонки? Лосьон пудра. Вот. Видите, вот она пудра, а это все прозрачное. Мы вот так с вами перемешиваем. И такой цвет интересный становится. Сейчас покажу вам на ватном диске. Флакончик зеленый, не видно, а так, знаете, такой цвет детской неожиданности. Такой коричневатый. Пахнет тоже огуречным лосьоном. Мы сейчас с вами досмоем остатки воды жесткой, да? Если вдруг осталась маска. Вот так проходит. Он очень круто матирует. Я его в течение дня применяю просто вот так вот, да? Допустим, если жара, я чем-то сильно занимаюсь, кожа моя вспотела на лице или еще что-то. Вот. И протираю. Беру ватный диск и протираю. Могу несколько раз в день даже. Вот так вот прошлись. Декольте. Я вам без декольте, девчонки, все показываю, потому что я делаю процедуру с декольте в основном, когда принимаю ванну. И это не очень удобно, чтобы не запачкаться и так далее, да? А так вообще все вот эти процедуры рекомендуется делать вместе с декольте, потому что если мы про него частенько забываем, то потом с возрастом здесь появляются, да, морщинки, и это действительно заметно, да, кожа лица у вас будет ухожена, но про декольте, девчонки, тоже никогда не забываем. Я когда сижу в ванной, мне это, ну, наиболее удобно. Я наношу и плотным слоем и маски на шею, и шкрабики делаю, и так далее. Так, прошлись лосьончиком, и теперь у нас завершающий этап. Это вот такой кремушек Себа Вежиталь.
который очень круто матирует. Ну вот просто очень круто, девчонки. Очень красивая баночка, он в стекле, такой внушительный, и консистенция у него довольно плотная. Когда набираешь и наносишь, кажется, что сейчас вот будет продукт таким тяжелым, неприятным, оставлять пленку на лице. Вот есть такое ощущение, как будто наносите, знаете, такие крема с SPF. Очень похоже. Но буквально через секунд 15-20 это ощущение проходит, ваша кожа полностью заматирована. Мне с моей комбинированной кожей летом больше жирной, да, хватает на несколько часов этого матирования в жару. На несколько часов, часа на 3-4 мне хватает этого матирования. Потом я могу прибегать к лосьончику опять. Вот так. Крем очень крутой. Он, мне кажется, даже слегка выбеливает, выравнивает цвет лица. Вот вы нанесли, вы его чувствуете. Вот действительно чувствуете, он очень плотный. Он чувствуется на лице, но проходит секунд 20, и все. У вас кожа идеально матированная, вы счастливы и так далее. Я вам сейчас покажу этот эффект при естественном освещении, и вы увидите, насколько круто он матирует. В целом, по линеечке Себа Вежиталь очень рекомендую девочкам жирной, комбинированной и нормальной кожей на лето. Хотя вот этот крем, он настолько кажется вначале увлажняющим, что я бы могла его посоветовать смело даже и сухой, честно. Но сейчас вот все, начинает уже кожа матироваться, крем впитывается и уже не чувствуется на лице. Такой интересный эффект, потому что крем либо легкий, либо он тяжелый, да, а здесь вначале ощущается на лице, а потом сразу практически это ощущение пропадает. Могу посоветовать смело эту линейку девочкам с акне, у кого бывают высыпания, вообще вот смело, прям с проблемной кожей, в общем. Ну, пойдемте посмотрим при естественном освещении. Девчонки, пока была в ванной, у нас тут просто светопредставление началось. Сегодня похолодало, и дождь стеной. Просто стеной. И вот с этой стороны наш дождь приходит, а там все черное. Вообще просто стеной. Вот, девчонки, как заматировалась кожа. Прошу прощения за шум дождя на заднем фоне. Смотрите, она полностью матированная. Ровный тон, как бархат, и заматированная. Крем шикарный. Шикарный для жирной кожи, девчонки. Все вот. Матовая, ровненькая. Персик просто. Ну вот и все, мои конфеточки. На этом буду влог заканчивать. Длинный он у нас, наверное, опять получился. Люблю, целую, прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока-пока.